Здравия всем, друзья мои! Начало сентября 22 года, а у меня распустился один цветочек дендробиума ладигези. Опять один цветочек на огромном растении с кучей бульб. Такое пышное растение у меня здесь. И один, всего лишь один цветочек. Попробую сейчас сфокусировать на нем. Красавчик он, конечно. Такая мохнатая у него губа, нежно-розовые лепесточки, желтенькая такая серединка красивая, очень красивый цветок, довольно такой крупненький, наверное, потому что один, но я и этим довольна, вот такой красавчик. Рядом с ладигези цветет фаленопсис читаладе одним маленьким цветочком, но очень ярким и очень красивым. Обожаю его такую темно-бордовую буречковую раскраску. Очень я рада этим цветочкам, хотя само растение ведет себя очень медленно. Корни наращивают, а листья почему-то нет. Продолжает свое цветение мой замечательный ароматный фаленопсис Hanover Passion. Вот такой красавчик, яркий, красивый и ароматный. Я уже рассказывала про него. Пахнет он таким себе зеленым чаем. Очень вкусно. Такой красивый фаленопсис. Еще сохранила свой цветочек моя ретрокала после пересадки. Скромненько его так отвернула. Вот такой скромный цветочек. Продолжает свое цветение уже такими незначительным количеством цветков, но еще с несколькими бутонами. Мой Кеннет Шуберт замечательный. Извиняюсь за шум, очень жарко, кондиционер, вентилятор, все это шумит. Но наше дело любоваться цветочками. И следующий король этого месяца, сентября, естественно, мой дендрофаленопсис. Ой, не хочет фокусироваться на нем камера. Мой дендрофаленопсис Anobi Purple. Вот таким шикарным цветоносом он зацвел. 10 цветочков. Очень красивый, яркий. Обычно долго цветущий дендрофаленопсис. Не знаю, как будет в этом месяце, потому что очень жарко все-таки. И он может быстрее отцвести. Но красавчик необыкновенный. Распустил все цветки. Такой яркий. И оправдывает свое название. Выпустил новый рост, чему я очень рада. И вот такое цветение. Сентябрь 22 года. Прекрасный дендрофаленопсис Anobi Purple.